Всем привет! Это была аранжировка на песню Perfect Эда Ширана. Ноты с табулатуры в описании под видео. Также заходите и подписывайтесь на второй канал, где можете смотреть исполнение композиций без разбора. А далее разбор. Вначале играется небольшое вступление. Играем четвертую открытую. Затем по ней ударяем по второму ладу молоточковым ударом, чтобы на втором ладу она прозвучала, четвертая. И также на третьей струне играем третью открытую и третью на втором, левой рукой ударяя по второму ладу. Дальше шестую зажимаем сразу на третьем ладу. Играем ее со второй открытой. Теперь два раза третья и четвертая открытые. И теперь 6 раз, то есть 2 раза по 3, играем заполнение, открытые 2, 3 и 4 вместе, 3 струны. Дальше еще раз эти 3 струны мы сыграем, и сразу приготовьте аккорд ля минор, мы его зажмем. Тоже будет молоточковый удар, весь аккорд, то есть 2 струну на первом ладу, и на втором ладу мы сыграем 4 и 3. То есть сначала мы играем вот эти струны открытые, 2, 3, 4. Потом ставим аккорд ля минор. И еще 2 раза повторяем на аккорде ля минор те же самые струны. Затем снова 6 на 3 вместе со 2 открытой. Снова 3 и 4 2 раза вместе. И 2, 3, 4, 4 раза вместе играем. На 4 раз мы остановились на этом аккорде. Давайте пройдем это вступление с метрономом в медленном темпе. Так должно получиться ритмически вот эти заполнения, где по 3 ноты, они будут часто здесь встречаться. Старайтесь играть их тише, чем основную мелодию и бас. Дальше начинается куплет. Также 4-я струна открытая. Также ударяем по ней по второму ладу. Затем 3-я открытая. 3-я открытая вместе с 6-й на 3-м ладу. Дальше заполнение. Сначала играем 2 струны, 2 и 4, 2 раза вместе. При этом старайтесь 3-ю не задеть, которую мы до этого сыграли, чтобы она звучала. И потом снова вместе 2, 3, 4. Получается 3 раза и 2 раза, то есть 5 раз. Все, можно отпустить 6-ю. Играем. А на 4-м ладу 3-ю сразу ставим на 4-й лад палец, ну безымянный лучше, и на 2-й лад указательный на 3-й струне. Играем сначала на 4-м ладу 3-ю, затем этим же пальцем мы зацепляем, да, на легато звучит 3-я на 2-м ладу, и снова повторяем такую же фигуру на 4-м ладу. На 2-м ладу, только ритмически 2 первые ноты будут короткие, а потом длиннее уже. То есть можно второй раз тоже ударом сыграть 4-й лад. Затем 3-я открытая. 2-я открытая. Старайтесь не задеть ее, добавляем бас, 6-я открытая. И 4-я струна на 2-м ладу, играем ее вместе с 3-й 2 раза. 4-ю на 2-м держим, играем также заполнение, 3 струны вместе, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 6 раз. Вот это первые 2 небольшие фразочки, давайте их тоже пройдем с метрономом. Следующие фразы.
Также будем по фразам разбирать все. Зажимаем третью струну на втором ладу, играем вместе с шестой открытой. Затем по третьей струне до четвертого лада делаем слайд. То есть еще раз повторю. Вот так. Затем вторая открытая. Вторая открытая вместе с пятой на третьем ладу. Третья на втором. Третья открытая. Теперь четвертая на втором вместе с третьей открытой. Повторяем четвертую. Повторяем четвертую с третьей. Еще четыре раза. Затем третья открытая. Ударяем по второму ладу на третьей струне. Затем вторая открытая. И теперь сразу нужно будет зажать, вот здесь непростое место, указательным пальцем третью струну на втором ладу, на пятом ладу пятую струну мизинцем и четвертая струна на четвертом ладу. Вот такой аккорд. Сразу играем пятую с третьей, затем четвертую. И вместе четвертая с третьей будет у нас 7 раз в общей сложности. Мы один играем и 2 раза по 3. Здесь все нужно считать на по 3, да, как бы как группировка нот стоит. Пройдем этот отрывок. Снова будет у нас на третьей струне форшлаг, то есть маленькая нота, третья открытая, и сразу мы ударим по третьей, по четвертому ладу. Затем третья на втором. Третья открытая, тоже можно зацепить прямо этим пальцем правой руки. Потом вторая открытая. Шестая на третьем. И такое же заполнение, как уже было. Сначала 2 раза четвертая с третьей. И 6 раз, 2, 3, 4 вместе. Затем бас 6 на 2. Будет еще 2 у нас на 3. Тоже можно сделать украшение, форшлаг. То есть мы сначала играем 6 на 2 вместе со 2 открытой. А потом мизинцем, либо безымянным, как удобно, ударяем по 3 ладу, чтобы прозвучало на 3 ладу 2. И не отпускайте, держите, играем четвертую открытую, вторую открытую, вот здесь уже мы отпускаем, открытый шестая с третьей, четвертая на втором и вместе играем ее с третьей, повторяем четвертую и 6 раз четвертая с третьей вместе. Пройдем эти 2 такта. Все, вот мы на этом аккорде закончили, четвертая на втором и третья открытая. Играем еще раз их вместе, потом третья на втором, теперь вторая открытая вместе с пятой на втором. Все, теперь вторая на первом, пятая на третьем. Дальше четвертая на втором. Снова вторая на первом. Теперь дотягиваемся на четвертом ладу третья. И сразу ставим на второй лад указательный, можно палец поставить. Мы этим пальцем зацепили мизинцем, чтобы третья прозвучала на втором. И еще раз ее повторяем, вот такая фигура. Давайте прям вот эти полтакта пройдем. Вот мы играем пятую на третьем и вторую на первом. Потом четвертая на втором, снова вторая. И вот здесь третья на четвертом. Зацепили, третья на втором проигралась, повторилась. Третья на втором. И мы все держим, обратите внимание. Еще раз играем
третью на втором вместе с пятой, на третьем. Все, теперь третья открытая. И четвертая на втором у нас повторилась. Вот теперь только можно все отпустить. Играем третью открытую. Также ее ударяем по второму ладу. Третья на втором прозвучала. Вторая открытая. Теперь третья на втором вместе с четвертой открытой. Повторяем четвертую еще три раза. Затем третья открытая. Также ударяем по второму ладу на третьей струне. Вторая открытая. И вторая открытая, и ударим сразу по третьему ладу. Еще два раза на третьем ладу вторая. Первая открытая. И третья открытая два раза. Давайте пройдем эти два такта. Это была первая половина куплета, первая часть, назовем ее так. Давайте ее сейчас всю пройдем. Дальше у нас немножко поменяется аккомпанемент. Зажимаем также на третьем ладу шестую струну. Играем ее вместе со второй открытой. Затем два раза четвертая с третьей. Снова вторая открытая, четвертая с третьей. Шестая на третьем. Шестая на третьем вместе со второй. Четвертая с третьим. Третьей два раза. Все на одном аккорде было у нас. Все, теперь меняется бас. Шестая на втором. Играем ее вместе со второй открытой. Затем третья на втором. Третья открытая. Снова сейчас будет все на одном аккорде. Зажимаем четвертую струну на втором ладу и держим ее. Играем шестую со второй сначала. Теперь четвертая с третьей два раза. Вторая, четвертая с третьей, шестая, шестая со второй, четвертая с третьей два раза. Ну, давайте пройдем эти две фразочки, они очень похожи. Дальше. Вторая открытая. Вот у нас четвертая была на втором. Мы ее держим еще. И добавляем третью на втором. Играем вместе четвертую с третьей. Теперь на втором пятая вместе с третьей открытой. Теперь вторая на первом, пятая на третьем. И четвертая на втором. То есть аккорд до мажор. Играем сначала пятую со второй. Четвертая с третьей два раза. Аккорд держим, только вторую мы отпустили, вторая открытая, четвертая с третьей, пятая, пятая с третьей и два раза четвертая. Теперь четвертую тоже отпускаем, пятую держим, играем четвертую открытую вместе с пятой на третьем. Повторяется пятая и пятая открытая.
Теперь шестая на третьем вместе со второй открытой. Также четвертая с третьим. С третьей вместе три раза. Вторая на первом. Шестая на третьем вместе со второй открытой. И на втором ладу третья вместе с четвертой открытой. Повторяем еще два раза. Четвертую. И затем вторая открытая. Третья на втором. И открытые четвертая с третьей. Это у нас переход на повторение. Затем у нас повторится эта часть. Давайте сейчас вот вторую половинку повторим. И сначала эта часть повторяется. Отсюда переходим на вторую вольту, на второе окончание. Оно начинается также с аккорда до мажор, как и первое. Играем также пятую со второй, четвертая с третьей два раза. Также вторая открытая, четвертая с третьей, пятая, пятая с третьей, четвертая два раза на втором. То есть вот до сюда у нас то же самое можно было доиграть. Теперь пятая на третьем вместе с четвертой открытой. Потом третья на втором, третья открытая, и ударяем по второму ладу, по третьей. Если эти удары не получаются молоточковые, вы можете выигрывать. То есть мы сыграли открытую, затем на втором ладу лучше указательным здесь зажать. И подставляем аккорд, который у нас уже был, на пятом ладу пятая, на четвертом четвертая. Играем вот эту третью, держим. Вот она звучит у нас. Теперь пятую играем на пятом, четвертую на четвертом. И вместе четвертую с третьей четыре раза. И затем переход на припев еще. Зажимаем вторую на третьем. Играем четвертую открытую и вторую. Четвертая должна очень коротко прозвучать. Форшлаг это, да? Так, сразу вторую играем. Затем на третьей струне будет слайд, да, подъезд к четвертому ладу. Можете со второго лада сделать. Затем на второй вернуться. Или можно просто проскользить. Можно повторить на втором и открытая третья. Вот давайте вот это второе окончание пройдем и переход на припев. Все, дальше начинается у нас припев. Зажимаем аккорд ми минор. На втором ладу четвертая и пятая. И играем вместе четыре струны. Третью, четвертую, пятую и шестую. Аккорд держим. Играем, повторяем четвертую, третью, четвертую, пятую. Все, аккорд меняется. На третьем ладу сразу зажимаем пятую и первую. Играем их вместе. Теперь пятую старайтесь не отпускать, чтобы бас звучал. Зажимаем на втором ладу первую. Играем первую вместе с третьей. Теперь открытые первая вместе с третьей. И снова на втором ладу первая. Играем ее вместе с третьей струной. Затем шестая на третьем у нас. Аккорд соль мажор. Играем также вместе вторую, третью, четвертую и шестую. Повторяем третью с четвертой. Доигрываем здесь. Два, три. И еще раз, два. И на три повторяем шестую на третьем ладу. Затем вторая струна на третьем вместе с четвертой открытой. Третья на втором. Вторая на первом.
Вторая открытая, четвертая открытая, третья на втором и третья открытая. Тоже зацепляем ее левой рукой средним пальцем. Давайте пройдем эти два такта. Дальше первая половина такта повторяется, такая же она, как была, был первый такт в начале припева, то есть ми-минорный аккорд и третья, четвертая, пятая, шестая вместе, четвертая, третья, четвертая, пятая. Также вместе зажимаем на третьем ладу пятую с первой, играем их, теперь немножко меняется, играем отдельно третью открытую. Первая на втором, первая открытая, третья открытая и снова первая на втором. Шестая на третьем вместе со второй открытой, четвертая с третьей, третья на втором, третья открытая, тоже можно ее зацепить левой рукой. Теперь повторяем третью с четвертой, четвертую и шестую на третьем. Дальше вторая на третьем вместе с четвертой открытой. Вторая на третьем еще два раза повторяется. Теперь вторая открытая. Тоже зацепить нужно ее левой рукой. Затем возвращаем на третий лад палец. Играем вторую на третьем. Четвертую открытую. Первую открытую. Ну давайте эти два такта пройдем тоже. Следующий такт. Также аккорд ми минор у нас. Зажимаем, играем вторую, третью, четвертую и шестую. Пятую не играем, но лучше ее зажмите, если вдруг заденете, будет в аккорде она. Затем третья на втором, третья открытая, четвертую повторяем, вторая открытая. И вот у нас пятая уже зажата на втором, играем ее вместе со второй на третьем. Снова на третьем ладу пятая и первая, третья открытая, было такое место, первая на втором, первая открытая, третья открытая, первая на втором. Шестая на третьем также со второй открытой. Теперь четвертая с третьим. С третьей играем три раза вместе. Два раза как заполнение. На третий раз чуть громче. Это уже мелодия начинается. Теперь третья на втором. Снова шестая на третьем со второй открытой. Вторая на третьем вместе с четвертой открытой. Третья на втором. На первом вторая, вторая открытая, четвертая открытая и снова вторая на первом. Эти два такта проиграем. Окончание припева. Снова зажимаем аккорд ми минор, четвертая и пятая на втором. Играем сначала вторую, третью, четвертую и шестую. Теперь третья открытая. Теперь третья на втором и четвертая на втором. Пятая на втором у нас уже готова. Аккорд до мажор зажимаем. Играем сначала пятую со второй. Теперь четвертая с третьей два раза, вторая открытая, четвертая на втором повторяется и третья открытая и ударяем опять же по третьей струне на втором ладу,
Такие ходы часто встречаются здесь. Теперь снова шестая на третьем месте со второй открытой. И вот здесь внимание с этого такта. Когда припев у нас повторится после соло, сейчас у нас будет переход на соло, потом снова повторится припев. И за вторым разом уже этот такт мы не будем играть, а перейдем уже на окончание. А сейчас мы играем. Шестая на третьем и вторая открытая. Два раза четвертая с третьей. Третья на втором. Четвертая открытая, шестая на третьем. И третья на втором вместе с четвертой открытой. Повторяем два раза четвертую. Вот до сюда доходим. И сразу уже окончание припева переходит у нас как бы в соло. Давайте вот это окончание пройдем. Давайте проиграем весь этот припев теперь целиком. Отсюда начинается соло. Вторая струна на третьем ладу. Играем вместе с третьей открытой. Теперь по второй делаем слайд до пятого лада. Дальше первая на третьем. И тоже можно сделать слайд до пятого лада. Можно сыграть. То есть можно ударом сыграть вот таким образом. По пятому ладу сыграли, мизинцем лучше. Теперь мизинец передвигаем на седьмой лад. Пока будете, лучше не отрывайте, двигайте, чтобы тоже слайд получился. Первая на седьмом и шестая на третьем получается. Так, нужно растянуть. Открытые третью и вторую играем в заполнение. Четыре раза. Шестую на третьем повторяем два раза. И еще два раза. Вторая с третьей. Все. Шестую можете отпустить. Первая на седьмом остается. Играем с четвертой на четвертом. Теперь первую на пятом зажимаем. И играем сначала на седьмом. И потом также мы на легато этим пальцем зацепили мизинцем, чтобы на пятом прозвучала первая. Только нужно будет мелко очень сыграть. Короткая нота на седьмом. Затем вторая на восьмом. То есть вот это место. Дотягиваемся сюда на восьмой лад. Все, теперь первая на пятом вместе с шестой открытой. Два раза вторая с третьей открытые. И играем сначала первую на пятом и сразу ее сдвинем на третий лад. Такой короткий слайд. Снова открытые вторая с третьей, шестая открытая два раза, вторая с третьей два раза. Вот это первая фраза, давайте ее пройдем с метрономом. Снова играем такой же слайд
как первая фраза соло была, только без третьей открытой, по второй струне от третьего лада до пятого, и от третьего лада первой струны до пятого тоже здесь можно сделать слайд. И дальше мы проходим уже не мизинцем, а указательным пальцем на седьмом ладу первую зажимаем и средним на восьмом ладу шестую. Два раза вторая с третьей открытые в заполнении. Теперь такой же слайд, как был у нас от пятого лада. Здесь от седьмого на седьмом играем первую и сразу на пятый переходим. Два раза вторая с третьей. Теперь на восьмом ладу сразу играем первую и шестую. Держим их, зажимаем на седьмом ладу еще пятую и играем ее с третьей открытой два раза. Все, можно отпустить басы. Играем на седьмом ладу первую. На пятом ладу первую тоже можете на легато сыграть или слайд сделать. И первая на третьем. И теперь будет первая на пятом ладу вместе с четвертой открытой. И по первой к пятому лучше сделать слайд, подъезд. Держим ее, подставляем теперь средний на вторую струну на третий лад. И указательный на третью струну на второй лад. И играем вторую, третью еще пять раз получается. То есть два раза доигрываем. И еще три раза. Вот здесь соло закончилось, дальше идет переход на припев, он такой же, как и был на первый припев, то есть вторая на третьем, четвертую сначала играем, вторую и по третьей струне слайд до четвертого лада, второй лад и открытая третья. Проиграем вторую фразу соло и все соло целиком. Сразу переход на припев пойдет. Давайте сейчас проиграем все соло целиком. Перейдем на припев. Переход на припев такой же, как был у нас на первый припев. Сыграем полностью припев. И перейдем на окончание, разберем окончание. Начало такое же, окончание будет, как перед соло. И вот здесь меняется третья открытая, четвертая открытая, четвертая на четвертом. И третья открытая, шестая на третьем, четвертая со второй два раза, вторая, третья, четвертая вместе шесть раз. И как во вступлении мы играли. И вот здесь остается.
останавливаемся в конце, звучат вторая, третья, четвертая вместе открытые. То есть один такт из вступления у нас повторился. Давайте конец тоже пройдем. Вот такая получилась аранжировка. Не очень она сложная, в принципе. Есть, конечно, нюансы, над которыми нужно отдельно проработать, но получилось без барре, что, наверное, многих обрадует. Вот. Также довольно длинная, то есть несколько разных частей, поэтому желаю всем удачи, успехов в ее исполнении и разучивании, и до новых встреч. Пока!